Дождь спортивным достижением не помеха. Руслан Ким занял второе место на крупных соревнованиях по экстремальным видам спорта WTF Contest в Ставрополе. Планировалось, что спортсмены со всей страны будут соревноваться под открытым небом, но помешала погода. Поэтому роллерам пришлось переместиться на небольшую крытую площадку и показать неотработанные трюки, а мастерство скольжения на так называемой тумбе. Руслан Ким воспользовался своей излюбленной тактикой, и в результате он оказался на призовом месте. Это вообще не мой профиль. Я никогда так не соревновался. Это первый раз вот такой опыт у меня был. Я, когда вижу какую-то площадку, стараюсь придумать какой-то определенный, стильный, сложный трюк, который никто не сделает. И мне удалось его придумать, наверное, тем самым я и стал еще и вторым. Потому что я вообще не ожидал, что я займу место.